какой-то другой чувственной деятельностью. Например, когда человек на духовные мероприятия ходит, там много чувственной деятельности, поют люди красиво. Это отвлекает от всего ненужного, суеты, от суеты мирской отвлекает. Чувства занимаются правильными вещами. И не надо сильно напрягаться для этого. Следующая аскеза для ума. Аскеза для ума. Аскеза означает включить в какой-то процесс себя, чтобы появилось второе дыхание, как мужчина говорит. А вот второе дыхание должно появиться, тогда и все классно будешь бежать. Дождись второго дыхания. Запомните, этот принцип работает везде. Вот, допустим, ваш ум сосредоточен на негативе. У нас в стране все плохо. Мне мама позвонила, говорит: Олег, ты где? Я говорю: мама, я еще дома в Краснодарском крае. Она говорит: фух, не в Питере? Я говорю: ну, если бы я был в Питере и туда попал, ты бы мне не дозвонилась. Ну, там теракт, но я-то везде езжу. Она: Олег, ты где? Не в Питере? Ну, ладно, все, хорошо. Негативное восприятие мира делает человека очень пугливым. Все страшно, становится все тяжело. На стране все плохо, везде все плохо. Новостей же хороших не сообщают. Хороших новостей завалом. Вот даже просто если ваши все новости взять, кто из вас каждый день сейчас, несмотря на все трудности, по утрам встает рано и молится или делает зарядку? Поднимите руку. В нашей стране все классно. Смотрите, сколько людей вот начали правильно жить, несмотря ни на что. Супер новость, отличная. Неважно. Хорошая новость. Представляете, новость какая классная. Вы не вдохновились, я смотрю, не сильно. Проблема заключается в том, в древней культуре говорили: никогда людям не сообщайте всем плохие новости. Только тем людям, которым надо срочно об этом узнать, для того, чтобы они на это повлияли. Никогда людям не сообщайте плохие новости, потому что общая атмосфера становится негативной, и люди все живут. Вы хотели бы в туалете жить, допустим? Вот когда всем сообщают плохую новость, все живут в туалете в этот момент. Что все ломаются этой новостью, они как бы не могут победить эту новость в своем сердце. И они все ломаются и такие... И все, и такая атмосфера вся становится по всей стране. Нормально? Вот теперь хорошую новость сообщают, атмосфера становится счастливой, радостной, люди побеждают судьбу. И даже плохую новость они побеждают, даже не зная о ней, своим настроением, своей атмосферой. Понимаете, как важно иметь хорошие, много хороших новостей и поменьше интересоваться тем, что с тобой лично не связано. Кто-то из Зимбабве там, кто-то кого-то взорвал. Но со мной это связано как-то, нет? Я могу повлиять на ситуацию? Нет. Тогда не надо об этом думать и знать об этом не надо. Знайте о том, что хорошее происходит и связано с вами. Или не связано с вами, но хорошее. Вот как человек должен жить. Это называется аскеза для ума. Искать то, что побеждает судьбу, это только хорошее. Информация, хорошие новости побеждают судьбу. Ум должен сосредоточиться на сладком вкусе. Человек должен искать мед в своем, ну как пчела ищет нектар, всегда она летит. Она обгибает все вялые цветки, все там испражнения огибает, там плохие новости все огибает. Ей нужен только нектар. Она прилетает к цветку, заходит туда, берет мед, это энергия любви, мед, чтобы вы знали, вот этот нектар, это энергия любви цветка. И дальше несет ее куда? На благо своей родины. А у нее родина — это улей. Туда только мед. На благо родины никакого... Она туда негативные новости несет? Нет? Нет, только нектар. Только пыльцу нектар, только то, что связано с любовью. Все. Вот так она живет. Всю жизнь. Это называется благостное насекомое. Кажется, даже насекомые бывают благостные, представляете? И поэтому продукт благостный получается, мед, очень полезный продукт, соткан из любви
цветка и пчелы. Мед. Так же, как молоко, это любовь коровы, допустим. Энергия любви коровы. Молоко. Поэтому этот продукт очень полезный. Благостный подлог. Энергия любви. А мясо вредный продукт, потому что это энергия проклятия. Убили кого-то, зажарили и съели. Означает проклятие, страдание там заложено в этом продукте, а не счастье. Хотя и то, и другое животные белки с точки зрения химии. Итак, аскеза для ума – заставить себя быть позитивным. Это аскеза для ума. Заставить себя думать о хорошем. Потому что когда человек думает о хорошем, в это время он побеждает свою судьбу. Любую судьбу. Болеете, думаете о хорошем, побеждаете болезнь. Разлучены, думаете о хорошем, побеждаете разлуку. Как победа видна? Сейчас объясню. Вот, допустим, если вы аскезу для тела совершаете, допустим, неподвижно, вот в неподвижном положении находитесь, то постепенно вы радуетесь этому неподвижному положению, как и радуетесь, допустим, длительному бегу. Вот когда человек радуется аскезе, в это время его тело выздоравливает. Становится просто железным от болезни, защищено. Когда он в аскезе возрадовался, тело становится здоровым. Точно так же, когда человек возрадовался в атмосфере людей, то есть своим умом возрадовался людям, людей любить начал, начал радоваться людям вокруг, всем. Он побеждает свою судьбу, связанную со своей личной жизнью, со своей работой и со всем, что связано с социумом. Возрадовавшись людям, человек побеждает свою судьбу. Работа приближается к нему, семья приближается к нему в это время и так далее. Все, что связано с социумом, приближается к его жизни. В радости это происходит, а не в печали. Радость означает видеть все самое хорошее, божественное в людях, видеть, учиться. Это очень трудно. Я что-то у меня не получается, потому что тебя судьба заставляет, мучает плохими качествами людей. Видеть плохое заставляет тебя, мучает тебя судьба. А ты возрадуйся и учись видеть хорошее. И тогда ты будешь побеждать свою судьбу. Это аскеза для ума. Некоторые думают, что аскеза для ума — сидеть, смотреть в одну точку. Так, ноги скрестили вот так и смотрим в одну точку. А что ты смотришь, для чего туда? Я концентрироваться учусь. На чем? На точке. А зачем? Не знаю. Научусь. Это тупость. Концентрируйся на том, что тебе поможет. Концентрируйся на честности человеческой, на чистоте, на любви, смирении, доброте. Концентрируйся на том, что тебя сделает чистым и светлым. Точка эта, на которую ты концентрируешься, тебя чистым и светлым не сделает, а время ты потеряешь в своей жизни. Я на точку должен смотреть. Для чего? Чтобы застыть в ней, в точке в этой. Да застынь в человеческой любви, зачем тебе в точке в этой застывать? В ней любви никакой нет. Там просто пустота и все. Зачем тебе нужна пустота? Человек соткан из любви и жизни, а не из пустоты. Аскеза для ума должна быть правильной. Человек не должен себя, ну, как в робота превращать в аскезе для ума. Надо меньше пить, надо меньше пить. Да не надо меньше пить. Надо просто чем-то полезным заняться, и тогда будешь меньше пить. Надо жить в любви, а не в негативе. Человек себя заставляет. Я не хочу думать о плохом. То есть я не хочу обманывать, я не хочу обманывать. Не надо не хотеть обманывать. Просто скажи кому-нибудь правду. И сразу тебе станет легче. Как только ты начинаешь с правдой контактировать, ты перестаешь обманывать, потому что ты попал в этот нектар правды. Правда — это нектар жизни, это все хорошие черты характера человека, это лепестки души. Знаете об этом? У души есть лепестки, как у цветка. И все черты характера хорошие — это наши естественные лепестки нашей естественной души. Они у каждого человека есть, просто они запачканы, их не видно.
Они запачканы невежеством, мы не знаем о том, что у нас есть внутри удивительная вещь, которая называется нежность, которая называется доброта, которая называется правдивость, которая называется справедливость, решимость, смелость, скромность там, и так далее. Это все лепестки души. У каждого человека это есть. Просто иногда душа попадает в женское тело, и, естественно, одни лепестки проявляются больше. И кажется, что она всегда такая душа. Например, женщина, естественно, добрая, нежная, ласковая, внимательная, заботливая. Это естественное качество женских лепестков души. Есть естественное качество мужских лепестков души. Это способность побеждать, концентрация внутренняя, стабильность, сила, разборчивость, пытаться понять, что есть правда, что есть ложь и так далее. Телесный аскетизм. У женщины тело нежное, оно не склонно к аскезму. Телесный аскетизм — это мужская черта характера. У женщин не надо тело сильно уж напрягать. Но аскезы для тела нужны, иначе здоровы не будешь. Но надо правильно их делать. Женщина должна обрадоваться аскезе для тела и делать ее в радости. Например, хотите двигаться — танцуйте. Хотите, допустим, что-то делать для тела — делайте это в радости или в заботе. Допустим, хотите двигаться — ну, позаботьтесь о ком-то. Или потанцуйте. Ну, то есть все с любовью надо соединять, и тогда никакой аскезы не будет, будет движение и здоровье. Вот чтобы разобраться вот с этими чертами женскими, лепестками естественными, мужскими, естественными и неестественными лепестками души для женщин, и неестественным для мужским, для мужских, я хочу воспользоваться этим случаем во время лекций и сделать рекламу театра «Нити». Вот у нас будет спектакль «День ангела» называется. Будет спектакль, который точно вам поможет с этим разобраться. Этот спектакль предназначен для того, чтобы понять, кто такая женщина и кто такой мужчина. И когда вы его посмотрите, у вас не будет никаких... Это люди, специально артисты, которые по моим лекциям ставят очень удивительные, красивые спектакли, живые, очень радостные. И вы прямо вот будете смеяться и плакать, и лекцию глубже усвоите. Реклама удалась мне нормально? Двигаемся дальше. Итак, то, что вот говорится в Священных Писаниях, то, что удалено, то, что кажется невозможным и что находится за пределами нашей досягаемости, может быть достигнуто через аскезу. И ничто не может превзойти эту аскезу в этом достижении. Просто каждая аскеза для своего предназначена, для своего. Вот если я хочу здоровья достигнуть, тогда на природе нужны, на природе аскезы для тела. Это или неподвижные положения, или пост, или подвижные. То есть движение, или замереть, или пост на природе. Дает человеку возможность победить свою судьбу, связанную со здоровьем. Если человек хочет победить свою судьбу, связанную с личной жизнью, тогда аскезы для ума в человеческом обществе. А это означает, что там, где тебе доступно, вот девушке доступно совершать аскезы в отношениях с девушками. Полюби своих подружек сначала, потом родителей на второй стадии, потом придет муж на третьей стадии. Сначала подружек сделай так, чтобы ты всеми любимая стала подружками. Заботься о них, обо всех. Совершая аскезу, не хочется заботиться, Олег Геннадьевич, хочется только, чтобы обо мне заботились. Все понятно, это понятно. Но как бы это судьбу не побеждает. Судьбу побеждает, если ты сама заставляешь себя обо всех заботиться. Вот это аскеза для ума называется, которая делает женщину счастливой в отношениях, в жизни, в личной. Стань активной, пассивной. Пассивная сознание, жизнь не помогает человеку стать счастливой. Я что-то сижу, жду, мне вроде бы всем женщинам вы сказали по судьбе положено мужика, а он что-то не сваливается с неба. Вот, и не свалится никогда.
потому что если ты не замуж, сидеть ждать не надо. Будь социально активной, заботься обо всех, всех люби, дома не сиди. Где-то бывай всегда, всех люби и заботься обо всех. Придет время, и тебя заметят, когда станешь сильной аскезой своей. Вся женская аскеза куда идет? Она идет в красоту, которая предназначена для того, чтобы дать какому-нибудь мужику подыхло. Прям под сердце она ему красотой так. И он такой: как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Молодец, добилась своего. Теперь еще надо знать, как рыбку положить в кузов, этот, в кузовок. Правило номер один. Общаться активно, но не близко. Правило номер два. Спрашивать, чего хочешь, и ловить за слово. Правило номер три. Прояснять будущее в отношениях и не позволять жить вместе просто так. Правило номер четыре. Если увидела, что ничего не хочет, до свидания. Есть настоящие рыбки, а есть оборотни. Они тоже как рыбки выглядят, но они жениться не хотят. Мне одна женщина недавно была открыта консультация. Я иногда в группах ВКонтакте сейчас провожу беседы. Одна девушка говорит, что я с парнем 3 года в гражданском браке пожила. Как только решила жениться, он раз и... Это был не парень, оборотень. Потому что жениться он никогда не хотел. Он хотел тобой понаслаждаться и... К обеду не жди, твой песик. Вот. Классика советского кино. Так. И поэтому она говорит, как сделать так, чтобы его вернуть? А никак не вернешь. Потому что он не хотел с тобой жить. Он хотел побалдеть и тебя вышвырнуть. У мужчин такое есть, бывает. Называется трутни. Есть пчелы рабочие, а есть трутни. И они все одинаково выглядят. Надо распознать. И вот общайся, распознавай. Увидела, что нерабочая пчела. Жениться не хочет, ответственность не хочет брать. Тогда до свидания. Все. И как же аскеза побеждает судьбу? Как это происходит? Аскеза в буквальном смысле слова приближает судьбу. Вот девушка, допустим, начинает о всех заботиться, всех любить. И вот постепенно у ней происходят определенные трансформации в жизни, которые приводят ее к замужеству. Вот прямо через эту аскезу, аскеза приводит прямо непосредственно к замужеству. Это и есть ходить к замужеству. Что значит ходить к замужеству? Это совершать аскезу, которую ты учишься всех любить. Поэтому девочки в ведической культуре, в древней, 7 лет брали на себя эту аскезу, 7 лет от роду уже знали, что надо о всех заботиться, всех любить, надо вот совершать женские аскезы для того, чтобы потом к 16, 17, 18 годам, когда уже пора рожать детей, не к 47, 8, 9, а к 17, 18, 19, вот, они уже получали себе хорошего мужа. Они эту аскезу совершали по 10 лет, начиная с 7 годов от роду. Они там не в школе учились в это время, в институте, а они знали, что для женщины важнее. Они совершали аскезы в отношениях, заботились обо всех, любили всех, служили всем и достигали силы вот этой получить себе мужа, получали то, что хотели. Теперь, допустим, мужчина хочет устойчивой работы, зарплаты, влияния в обществе. Точно так же. Служение в обществе в виде труда. Причем труда радостного, сильного, спокойного, стабильного. Не дергаться, трудиться, заботиться о тех, кто дает тебе деньги, возможность жить. И эта аскеза приближает тебя, дает тебе силу найти правильную для себя, хорошую, стабильную работу. Вот ты совершаешь аскезу, своим трудом пользу приносишь людям, радостно, не то, что гады мучают меня, не хочу работать, деньги хочу. Вот.
Нет, радостно именно. Второе дыхание открылось, ты сначала бежать не хочет никто. Пробежался немножко, потом раз, второе дыхание, все. Работаешь, вработался, начал работать, работай радостно. И тогда ты будешь приближаться не к этой вот работе, на которой ты работаешь, а к той, где ты должен работать. Таково движение, ходьба к своей цели у мужчины означает аскеза в труде. Так мужчина идет к своей цели. Ходит, можно по судьбе ходить, не только по земле, понимаете? Девушка идет к своей цели через служение, любовь всем, заботу обо всех, а мужчина через стабильный труд на благо других людей, радостный. Радостно отдаю свою энергию, силу свою внутреннюю. Если человек хочет победить судьбу, которая связана с лишениями, надо себя чего-то лишить. Самый простой способ — это не двигаться. Допустим, ну, тебя хотят посадить в тюрьму, допустим, да? Садись перед алтарем, не двигайся. Целый час сиди, не двигайся, а может и больше. И просто думай о Боге, молись, лучше включи голос святого человека какого-то, чтобы ты эффективнее молился, надо чужой опыт перенять, почувствовать эту веру в Бога от кого-то. И ты вместе с этим человеком молишься, который знает, не двигаешься совсем. В это время проходит 4 стадии. Первая стадия. Сначала возникает в теле такое... Сначала возникает в теле такое чувство, что ты не хочешь сидеть неподвижно. То есть такое как бы неприятная ломота. Потом она превращается в жар. Потом дальше, как будто ты отсидел, все тело становится не твоим. Оно становится... как отсидел ты его, а потом легкость на четвертой стадии. И вот на этой четвертой стадии, когда легкость появляется, ты подумай о том событии, которое тебя мучает. И ты увидишь, что в это время думать об этом событии станет очень тяжело, и телу станет тяжелее сидеть неподвижно. Как будто бы легкость прошла, а опять стало тяжело, хотя была легкость. Это значит, что вот эта энергия аскезы тела вся пошла в это событие. А может наступить такой момент, что у тебя в теле, тебе будет захотеться поменять положение тела, а ты просто думай о Боге и не меняй, и вспоминай это событие, и сиди неподвижно. И в какой-то момент ты почувствуешь, что твое тело не двигается, и оно способно сидеть неподвижно, и ничего не меняется в нем. В нем стало легче, а событие в твоей памяти начало таять. И это значит, что ты его скоро победишь. То есть оно на следующий день может опять вернуться, потому что судьба каждый день обновляется, действует. Но если ты каждый день будешь неподвижно читать молитву, сидеть, может так случиться, что все обернется не против тебя, а за. И так обязательно случится. То есть если тебя чего-то хотят лишить, то ты сам себя лишаешь подвижности просто. И ты побеждаешь... Таким образом, это аскеза для тела неподвижной. Побеждаешь зажатость своей жизни. Я вам рассказываю свой опыт. Я знаю точно, как это действует. В тот момент, когда ты будешь вспоминать о плохом событии, станет тяжелее сидеть. Но ты не двигайся. Не сдавайся. А? За кого хочешь? За кого хочешь? Сколько? Ну вот 40 минут такой период. Ну понимаете, я хочу вам сказать, что вот эту аскезу для тела неподвижную, для победы над какими-то, ну допустим, нет квартиры, нет лишения какие-то у человека. Поймите, это ну, опасно делать. Если вы чувствуете, что тело ломит и становится больно потом, лучше не надо дальше в эту аскезу идти, лучше тренируйтесь. Понимаете, это психические каналы тела, они связаны с нашей судьбой. Но сначала, когда они больные, вы даже первую стадию не пройдете, вам плохо станет, вы можете даже в обморок упасть. Поэтому лучше потихоньку как бы тренироваться, и если вы все 4 стадии сможете проходить, то... За час уже будет очень сильное продвижение в вашей памяти. Вы будете чувствовать, что вы побеждаете судьбу. Память всегда связана с объектом. О чем мы думаем,
то и с тем мы контактируем всегда. Это закон. Не думайте, что это мое воображение. Это правда так. Просто в этом победе есть три стадии, опять же. Сначала в сердце спокойно, потом и вот влияние. То есть я нашел адвоката, который может меня защитить. Вот от вот этих, которые хотят, там, допустим, незаконно что-то со мной сделать. Три стадии там. Три стадии защиты. То есть легче стало в сердце, это не значит, что все будет хорошо. Надо дальше молиться, дальше двигаться в этом направлении. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что аскеза всегда приводит человека к победе, но только надо знать, какая аскеза к чему приводит. Я вам это примерно рассказываю, как это все действует. Допустим, если ты чувствуешь, что тебя в жизни все время обманывают, судьба, допустим, там, как я видел, в жизни суету, ночей бессонных пустоту, и девушку любил не ту. Ну, то есть обманывает жизнь, да? Что делать? Все, что понято с трудом, то мне дороже. Ну, то есть, а делать вот что надо. Если ты чувствуешь, что тебя судьба обманывает, учись говорить правду. Начни просто людям открывать сердце свое. Хорошим людям, хорошим. Старшим лучше всего. Не надо дуракам сердце открывать. Как говорят, как бы, на дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь, и сделай с ним что хочешь. Если человек открывает сердце не тому или человеку, это дурость. Открывайте старшим, как бы, исповедь, покаяние. Открывать сердце старшему означает способность увидеть трезво свою жизнь. Если ты открываешь сердце старшим, ты свою жизнь сможешь увидеть трезво. Даже вот эти просто у нас люди встают, начинают мне говорить. Они пока говорят, уже сами понимают, что делать. И даже отвечать не надо. Говорят, Олег Геннадьевич так все видит хорошо. Так вы сами открываете все. Как вы говорите, уже все понятно становится. Потому что вы сами все сделали. Когда человек открывает сердце, в это время он ясно видит свою жизнь. Уже чуть-чуть помочь, и все остается. Совсем немного. Если ты хочешь сдать экзамен, тогда научись видеть в этом пользу. Ну, допустим, экзамен по физике хочешь сдать. Некоторые зубрят, думают, о, сейчас все буду знать, сдам экзамен. Нет, просто научись в этой физике видеть пользу, пойми, зачем она нужна. И эту пользу, знание, видение своей пользы физики, что ты любишь физику, покажи преподавателю. Так как он сам любит физику, он убедит, и все, он тебе обязательно поставит хорошую отметку, даже если ты ни бе, ни ми, ни кукареку не скажешь. Потому что только через любовь передается милость. Часто преподаватели выбирают людей, которые вообще, вот этой логики нет. Если запись посмотреть, как отвечают люди на экзамены, логики никакой нет. Человек может много чего хорошего сказать, но не нравится он преподавателю, этот человек. Его все равно завалят. А другой человек приходит, и он любит предмет, но ничего не понимает в нем. Как я помню, со мной сдавал один из Афганистана, человек пришел, там служил в Афганистане, воевал, пришел в медицинский институт, решил поступать, хоть хотел теперь людей не убивать, а лечить, научиться. Хорошая, благородная идея. И он там как бы, он вообще ничего не соображал по химии, вообще. Он потом рассказывал мне об этом. И ему преподаватель сказал, ну какого цвета учебник, как бы, по химии? Ну какого цвета он знал? Это же совсем смешно. Ну он поставил 4. Потому что хороший человек, он видно, что хороший человек, понравился. И он, правда, потом хорошим врачом стал, этот человек. Любовь передает милости.
Когда человек любви достигает в аскезе, милость приходит в его жизнь. Какой признак, вот как определить, что человек аскетичный? Аскетичный человек имеет определенные признаки. Как, например, такие признаки? Когда человек аскезы, связанные с пищей, совершает, то он обретает способность кушать, пить только пищу, приготовленную добрыми людьми и только освященными. Всю жизнь. Вот как-то в жизни его так складывается, что он не в ресторанах, не в кафешках китается, а только пищу, приготовленную добрыми людьми и только освященными. Это аскеза в питании. Такой результат дает. Дальше. Мужчина, какой бы он трус не был, если он как мужчина живет, по-настоящему свой мужской долг выполняет, ответственно живет, становится сильным и мужественным всегда. Любой человек, неважно какой трус был.